Ну, как бы фестиваль это вообще один из маленьких шажочков для вообще глобальной светлой цели. Да? А цель в том, что Херсон это уникальнейшее место у нашего региона, у нашей области, у нашего города. А почему мы не разделяем город и область? Да, ну как невозможно попасть там, в область, не проехав город. Да? Любой поезд приходит вначале в город. И вот наши земли, они уникальны с точки зрения туризма. А туризм, он мало того, что он зрелищный, да, еще вот этими вот такими, каждый турист, когда приезжает, он оставляет там микро вливание в нашу экономику, да, и чем больше туристов к нам приедет, тем лучше мы с вами будем себя чувствовать. Поэтому цели самые корыстные, да, начать себя чувствовать хорошо. Ну, способ показать на маленькой локации, что оно может быть все хорошо, да, то есть как бы нам достаточно было месяца, чтобы свистнуть, и к нам потянулись одесситы, николаевцы, херсонцев очень много, для того, чтобы вот на набережной показать, как может жить туристический город, да, и если вот этот опыт понравится жителям, власти, нам, да, то, возможно, этот формат мы потом разовьем немножко в больших масштабах и захватим весь город, туристически привлекательным его сделаем. Название лежало на поверхности, да, вот эта фраза «ты шо», ну, как бы стоит, там, не знаю, пройти по Суворову погулять или залезть в маршрутку, ты его обязательно хоть раз услышишь. Вот, а когда придумывали, все это формировалось вот в какой-то логотип, название, слоган, придумалась легенда о том, что в 1778 году Потемкин вышел на берег Днепра, огляделся и воскликнул: «Ты шо место?» Так возник Херсон. Вот, и с тех пор здесь «ты шо» город-фестиваль, где вот можно сегодня наблюдать и рестораторов, и какие-то туристические проекты, и социальные проекты. В общем, тут очень много всех. Столкнулись или встретились, даже не знаю, с пониманием, и радушием и готовностью помогать. Причем разных верст вообще населения, да, от просто обычных жителей до бизнес, власть, общественность, все, в принципе, подключались и в силу своих возможностей помогали его делать. Поэтому мы, когда приходили на какие-либо переговоры, мы сразу приглашали в соучастники фестиваля. Да, все мы соучастники. Я не могу сказать, что этот фестиваль там мой, либо там кого-то из моей команды. Да, это фестиваль, в принципе, всего Херсона. И в нем принимали участие и областная власть, и городская власть, и бизнес подтягивался, и фрегат. Ну, то есть, как бы, с миру по нитке фестиваль получился. Мероприятие, ну, нравится, в принципе. Думал, все будет попроще, так, атмосфера хорошая. Все, советую всем херсонцам прийти сюда, отметиться, съесть чего-нибудь вкусненького. Нас пригласили организаторы вашего фестиваля, поскольку они видели нас уже на многих других фестивалях в городе Одессе, в нашем городе. И мы с удовольствием приехали в город-сосед наш поддержать, поскольку это ваш первый фестиваль. Нам здесь очень нравится, все очень круто организовано. Ребята-организаторы очень хорошо постарались. Очень добрые и отзывчивые гости приходят. Всем очень все нравится, работы уйма. Всем желаем хорошего настроения. Приходите покушать приятно и попить очень вкусные напитки и еду. Из Херсона ребята пригласили, мы узнали через интернет об этом. Пригласили, мы приехали. Как вам вообще впечатление? Очень красиво. Здесь просто очень красивая природа, здесь очень красиво, нам очень нравится. Ну, в першу чергу мене запросили сюди знайомі мої, друзі. Друзі, виходить, його організовують. От, і, ну, якщо там порівнювати з якимись там заходами, які відбуваються в Києві, то ясно, що там масштаби значно менші і так далі, але я ознайомився взагалі із предісторією, що в Херсоні, ну, такі явища є доволі такі, ну, рідкісними, наскільки я розумію, і розказали взагалі, як живе місто, і мені здається, що це дуже круто, що от такі події, такі доволі такого нестандартного і нетривіального формату, вони відбуваються, і що люди починають розуміти, що треба розвивати якусь таку туристичну складову, і саме такий місцевий бізнес починає це розуміти, підходити. Я думаю, що якщо цей захід відбувається от зараз, ну, перші рази, то далі це все тільки питання часу, і думаю, що вони будуть значно масштабніші. Я, звичайно, хотів би, щоб це все росло, і щоб запросити вже потім своїх якихось знайомих.